Здравствуйте, уважаемые инвесторы, партнеры и зрители новостного канала Skyway Capital. Меня зовут Дарья, и вы смотрите видеодайджест новостей от Skyway, где мы подробно рассказываем обо всех важных событиях и достижениях группы компаний Skyway и Skyway Capital. Какими же событиями нам запомнилась прошедшая неделя, узнаем прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Руководство группы компаний Skyway объявило обратный выкуп долей. На телеканале «Беларусь-2» вышла передача «Камень, ножницы, бумага» с репортажем из экотехнопарка. Вышло новое видео с демонстрацией работы струнного транспорта в экотехнопарке. А теперь поговорим об этих событиях более подробно. Руководство группы компаний Skyway объявило обратный выкуп долей. Акция проходит с 1 января 2020 года по 31 января 2020 года. Оформить обратный выкуп могут инвесторы, родившиеся до 31 декабря 1944 года включительно. Также инвесторы могут обменять доли на токены Skyway. Сейчас один токен можно получить за 55 долей. Обмен на токены будет остановлен, когда общее количество токенов Skyway достигнет 25 миллионов. Обратите внимание, оформить обратный выкуп или обменять доли на токены могут только инвесторы Eurasian Rail Skyway Systems Holding Limited. Больше информации об акции читайте на нашем сайте. В эфире телеканала «Беларусь-2» вышла передача «Камень, ножницы, бумага» с репортажем из экотехнопарка. Ведущие передачи «Камень, ножницы, бумага» знакомят зрителей с интересными местами в Республике Беларусь. На этот раз съемки прошли в городе Жабинга и в Центре испытаний струнного транспорта «Экотехнопарк» в Минской области. На испытательном полигоне ведущий прокатился в юникаре и рассказал о своих впечатлениях от поездки. Посмотреть полную версию передачи «Камень, ножницы, бумага» можно на официальном YouTube-канале проекта. Вышло видео с получасовой демонстрацией работы струнного транспорта в экотехнопарке. Съемку организовала инвестиционная платформа Skyway Capital. Все кадры сделаны летом 2019 года после ежегодного фестиваля Skyway EcoFest. Новый видеоролик создан при помощи квадрокоптера. Это позволит рассмотреть все виды струнного транспорта с высоты 10-этажного здания. Видео с демонстрацией работы струнного транспорта в экотехнопарке вы можете посмотреть на нашем сайте. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях и помните, что Skyway – это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Дарья. До встречи на следующей неделе.